Приветствую вас, леди и джентльмены, други и подруги. С вами Мортит. И сегодня мы начнем проходить Alien Isolation. Что вам сказать? Сюжет очень интересный. Действия происходят между первой и второй частью фильма «Чужой». Итак, предыстория. Ален Рипли, героиня первой части, покидает погибающий корабль Настромо. Вся команда уничтожена чужим. Она активирует самоуничтожение. И на спасательной капсуле вылетает в открытый космос. В надежде, что ее скоро найдут. Но в итоге капсула потеряется. И она будет дрейфовать в космосе целых полвека. И только через полвека ее найдут и выведут из анабиоза. За это время не останется ни одного родного человека для нее. То есть все умрут. Умрет даже ее дочка в возрасте более 60 лет. В фильмах о чужом, об этом периоде, пока она дрейфовала в космосе, больше ничего не сказано. Но Alien Isolation закрывает этот промежуток. И в игре мы будем играть именно за ее дочь, которая, похоже, пойдет по стопам матери. То есть найдет себе проблемы с чужим. Итак, играть Alien Isolation. Начать игру. Сложность минимальная для нубов, низкая для рачков, средняя зайдет в самый раз для новичков. Поехали. Так, двигайте ползу ног до тех пор, пока логотип Sixon не будет еда виден на черном фоне. Но он у меня стоит на черном фоне. Enter. Так. Сейчас, секундочку. Надо зубы почистить. Что-то застряло. Вообще надо пойти и пломбу поставить. Так. Вообще я за зубами слежу, но тут вот. Сега. Помните Сегу? 16 бит нанотехнологии. Последнее сообщение с коммерческого борта Настрома. Вот. Говорит лейтенант Эллен. О чем я говорил? Все остальные члены экипажа. Кейн. Ламберт. Паркер. Брэд. Эш. И капитан Даллас погибли. Корабль и груз уничтожен. Да, короче... Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, короче, полные проблемы там случились. Меня обнаружат. Полная жопа на это корабле Настрома. Рипли. Больше и никто все. Не выжил. И никто не выжил, и 50 лет ее не найдут. Конец связи. Чужой. Изоляция. Очень интересно. Начало, как видите, уже интригует, то есть пошел такой накал страстей, все. Посмотрим теперь, что у нас дальше. Давай, запускайся. Ну. О, дядька какой-то. Еще кто-то там. О, тетка. А тетка так ничего, кстати. Булочки нормальные. А, Рипли. Это, короче, вот дочка. Это, похоже, мы. Из Вейланд-Ютани. Угу. Я к вам по делу. Угу. Мы напали на след вашей матери. Вот это интересно уже. Так, и что они там нашли, интересно, а? Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Понятно. Короче, черный ящик сейчас будем искать, наверное. В системе Дзеты созвездие Серга. Так. И что на нем? Что мы не там? Знаем. Никто не знает. Информация там. Самописец доставили на станцию Севастополь. Так. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще... Да. Севастополь — это база снабжения. Это знаю я. Севастополь. Чё, в Крым едем отдыхать или чё, ребятки? Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль Торренс. Торренс. Торренс.ру, который забанили. На нём мы и доберёмся. Мы?
Я ага. и моя коллега. Вот так оно все и начинается. Вы, например. Интересно, а что нашу телочку-то зовут? В чем причина? Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Какого, уголовного, что ли? Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Во, короче, поняли, да? Она ищет свою маму. Я но она как бы разрешение все понятно. Вас с собой на Торренс, если захотите. Она не, а ей сделали предложение, от Может, которого она по-любому не откажется. Вам станет легче на душе. Да. Кстати, у них там тоже жарко. У меня здесь жара, блин, стоит вообще кошмар, и у них тоже, видишь, она потеет вся. Потная игрушка, как раз под июль месяц. Так, что тут у нас? Это что, глаза так открываются, что ли? Да. Опаньки, деточка. Так, похоже, сейчас мы будем начинать. Ну. О! Нормальные ножки, да, ребят? Такие сексуальные. Перемещение идти. Войти. Опа, вошли. Так. Рипли. Эллен Рипли, Аманда. А, эту Аманду нашу зовут. Эллен это наша мама, которая сейчас летает в космосе в ближайшие полвека. Осмотреть Торренс. Так, что тут? Книжка какая-то. Блин. Франк Герман. Тотальная война. Все понятно. О, это что такое? Использовать. То есть капсулы анабиоза закрылись. Понятно. Ну, ничего интересного. Давай дальше. Графика. Я могу, конечно, прижаться к какой-нибудь поверхности и рассматривать пиксели, но я не люблю этого делать, потому что, ну, я никогда не воспринимаю графику по пикселям, я воспринимаю картинку. И картинка в этой игре вполне хорошая, приятная. Ну, пока что, да, все радует. Так, что-то пищит. О! Сохранить игру. Давай. Вот так, деточка, да. Все? О, да. Так, что тут у нас? Включить. О, включить и выключить. Две функции. Работает. Хорошо. Да. Сортир. Осторожно, скользко. Я не знаю. Не падает, смотрите. Так. Здесь у нас что? Использовать. Так. О, помоемся. Может, у нас свидание? Перейдем, надо помыться обязательно. Девочку нашу помыли. Так, нам сказали, что нам сказали? Нам, короче, сказали одеться. Нам надо одеть нашу деточку. Вот так, детка. О, интересно, на мне сейчас сексуальный костюм? Вот жалко, зеркала нету. Так, так, здесь мы были. Что дальше? О, компьютер. LM Link. Личное. Только что разминулись с тобой. Верлен, теперь ведь нужен был. Тебе ведь был нужен штурман. У меня тут друг остался без корабля. И он ищет работу. Я могу за него поручиться. С бумагами у него порядок. Все как обычно. Корпорации его выдавили, отобрали всех клиентов. Мелким компаниям все труднее разжиться контрактами. Я сам подумываю о том, чтобы уйти из бизнеса. Пока еще есть что продавать. А у тебя дела вроде в порядке. Я заходил в доки. Мне сказали, что ты только... Чтобы только отчалили. Так. Станция Севастополь? Ну и дура. Зато, говорят, в Эйланд-Ютоне хорошо платят. Бабусики, да, да. Главное, чтобы бабусики были. Ну, удачи тебе, как говорится. Разбороться бесполезно. Поболтаем, когда вернешься. Так, что дальше? Дальше все, ничего нету. Понятно, короче, в стране кризис, или там, не знаю, в галактике где-то это происходит. Бабла нету, ничего нету, крупные корпорации, монополия и так далее, и тому подобное. Так, блин, это я лоханулся, это я обратно пришел. Сейчас посмотрим, короче, что тут у нас есть. Что, почем, что, да как. И скафандры мощные. Нагиб. Батискафы прям, наверное, в них плавать можно. Так, идем дальше.
Смотрим, что у нас тут. Тут. Наверное, сюда. О! Доброе привет. Доброе утро, Тейлор. Здравствуй. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Ну зачем такой пессимизм? Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Нормально выношу. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Ой, не скажи, не скажи. Компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании большие. Иногда юристы так бегают. Важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Ну. Простите. До этого еще дожить надо, и главное выжить, правда? Мама пропала на этом корабле 15 лет назад. Да, мама пропала. Есть такое дело. Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Да. Он наверняка уже давно на ногах. Пойду поищу. Поговорить с Тейлор. Цель достигнута. Что тут у меня? В покер, что ли, играет? Здесь тоже ничего интересного, ничего взять нельзя. Какой Сэмюэльс? Вы что, ребят? Какой Сэмюэльс? Пам-парам-пам-пам-пам. Компьютер. Блин, столько компьютеров в этой игре. Больше, чем у меня. Так, лично. Инцидент с Настромом. В Эйланд-Ютоне. Файл номер... большой. Тейлор, я получил твой запрос. Чтобы раскопать нужные файлы, потребуется время. Что произошло еще до того, как я устроился в компанию? Так что всех подробностей я не знаю. В 2122 году грузовое судно Настрома, принадлежащее корпорации Weyland Yutani, пропало без вести. Груз и экипаж впоследствии так и не были найдены. За исключением нового научного сотрудника, все члены команды уже давно работали вместе. Всего на борту их было семеро. Даллас, капитан. А чё я не понял. Должно же листаться. Да, что-то не листается. Ладно. Все понятно. Короче, ничего нового мы не узнали. Может, вы узнали, друзья? Это как раз предыстория. Это краткая история первой части «Чужого», да? Где всех нагнул «Чужой» тот самый. Приземлились они на планету Z какой-то там, не помню. Типа такого, по-моему, что-нибудь. И, в общем, обнаружили инопланетный корабль, а внутри были чужие. Точнее, их яйца. Так. Здорово, мужик. Встали пораньше, Сэмюэльс? Ну, сон мне не столь необходим. А, сон необходим. Короче, он андроид. По любасу. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да. Класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работал на таких кораблях. Инженером. Знаю. Тейлор очнулась? Да, очнулась. Сидит там, болеет после похмелья. Уже встала. Волнуется. Так. Это я упустил. Опытный специалист поможет нам разобраться со всеми юридическими. Короче, да. Вот эта комната точно такая же, как в фильме. Чё? Явиться на мостик? Сейчас явлюсь, подождите. Короче, это комната такая же операционная, как в фильме «Чужой». Вот здесь был чувак, его сканировали, в которого яйца чужой отложил. И вот на этом столе он лежал, и, короче, потом, да, вот тут все и началось, в такой же точно. Не зря говорят, что корабль такой же, как тот, как Настрома. Действительно, очень похоже. Куда явиться надо тут? Что у нас где? Понятно. Прямо и налево. Прямо и налево, то есть вот сюда. Так. Пам-парам-парам-пам-пам. Сейчас все будет хорошо, ребят. По-любому, сейчас это прилетим в Севастополь, пойдем на пляж, и все будет хорошо. Надеюсь, так. Вы отдохнули в пути. Привет. Вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности? Да. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Честно говоря, не знаю, кто нам нужен, но... сейчас разберемся. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Курс на Севастополь. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Ну ничего так тоже. Ну как бы уже не самый сок, не кровь с молоком. Ну ничего так, пойдет. Все очень даже ничего. Так, что тут?
О, папочка. Возьму папочку. Не понял. О! Вот, короче, наш корабль, похоже, это, да, Настрома. Ну, не Настрома, как он? Торренс называется, о. Можно взглянуть. Да. Включи монитор. Я тоже хочу. Включай. Станция. Нифига у тебя компьютер. 486 из 90-х годов. А это что? Так. Что-то случилось. Ага. Ну-ка, приблизь 74-й. Давай, приближай. Похоже, шлюз вышел из строя. Это, короче, похоже, Севастополь. Мы не сможем станция. Причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ага. АКМ-7-7-6-0. Что-то тут нам сообщают, или мы? Вызывает диспетчерскую Севастополя. Да. У нас на борту группы из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописным корабля Настрома. Все верно, отвечают пусть. Разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Че он там несет? Короче, у меня аж уши отвисают. Эй, давай. Непонятно, короче. Что-то нельзя, ЧП какое-то. Короче, что-то случилось, ребят. Ну, понятно, что случилось. Короче, там нагиб происходит, полный нагиб. Чужой или чужие, не знаю. Там, похоже, устроил себе богатый пир. Может быть. А может и нет. Да? Так, и вы хотите сказать, что мы втроем туда полетим, да? Угу. Из трех человек экипаж. Очень здорово. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Ой-ой, обязанности. Бабло-то тебе платят, что ты переживаешь? Расскажу. Так, один мальчик, две девочки. В принципе, ничего, расклад. Так, вот. О, и мальчик, конечно, сзади пристроился. Молодец, шарит, шарит. Так, опаньки. А вот это, кстати, юрист, ничего такая. У нее губки пухленькие такие. Муа. Так, Эй, подождите, вы что хотите сказать? Сейчас будет выход в открытый космос? Больше идей никаких нету, как это, приземлиться туда, что на станцию. Что тут случилось? У них что тут? Война, что ли? Тейлор, не вы понял. Молодец. Где мы находимся? Офигеть! Вот это жесть пошла! Ребятки, 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 ребят, не надо, не надо! Тихо, 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 тихо! Кажись, пронесло. Где остальные? Сэмюэльс. Да с... Вот это фигня. Ну, Сэмюэльс-то пофигу, он андроид. Он может там 100 лет летать в этом скафандре в космосе, с ним ничего не будет. А похоже, девочку-юриста мы потеряли. Да. Вообще хреново. Ладно, сейчас все, я думаю, как-нибудь образуется. Бум. Понятно, понятно. Так, похоже, сейчас. Сейчас надо это. Фонарь полезен в темноте. Не дали прочитать, вы чё? О! Что происходит-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, здоровье у нас есть. Потом, наверное, еще броня будет, да? Может, не будет. Посмотрим. Так. Че, куда? Я не понял. А, во. Тут тоже что-то зеленое горит. Скафандр. Это мы еще один скафандр будем одевать сверху, что ли? Или раздеваться? А, это мы разделись, похоже, да. Все, разделись. Этот желтый, короче, а этот черный. Какая-то предыдущая модель, наверное, да? Ну, выглядит так же точно. Так, ладно. О! Открылось. Фонарь я настроил, но что-то он не открывается. Ладно. Это все мелочи, ребята. Давайте сохранимся, это обязательно. Вот так где-то. Да, глубоко и надежно. Так, да. Что у нас дальше по плану? Какие мысли? У меня никаких мыслей нет, честно говоря. Сейчас что-нибудь придумаем. Ой-о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 й. Вы чё, не пугайте так. Блин, какой кошмар. Чё, сюда, наверное, да? Ха!
Сука. Блин, вы что так пугаете? Вы вообще офигели. Так, сюда никак не пройти, да? О, открывается что-то. Залезть. Залезаем. Так. Блин, а молодцы, умеют испугать, конечно. Да, похоже, похоже, эта игра будет лучше, чем последние игры о чужих, там всякие Alien против чужого, чужой против хищника, вот эта шляпа, короче. Да блин, это что такое? Это он разваливается на ходу, этот весь Севастополь. Вообще кошмар. Так, тут никого вроде, да? Ну-ка посмотрим, что у нас тут местная информационная система нам подскажет. Папка повреждена, общее списание. Мы вас потом отдельно... Ага. Так, ладно, давай почитаем. Техническая служба, вывод эксплуатации... Ну, мальчики и девочки, наверняка до вас уже дошли слухи насчет Севастополя. Теперь я могу подтвердить это официально. Станцию решено демонтировать. Мы с каждым из вас потом отдельно обсудим, как это отразится на ваших контрактах и куда вас теперь назначат. А пока что нам надо... поработать. Пиджаки хотят, чтобы мы управились сокращенным составом, то есть сторонних подрядчиков будет всего ничего. Зато всем заплатят сверхурочные бабусики. Я советую вам не упустить такой шанс. Еще имейте в виду, вывод эксплуатации не означает «забирай, что хочешь». Все имущество компании строго подотчетно, и если я увижу, что кто-то решил прикарманить оборудование, я лично припровожу вора к начальнику службы безопасности Уэйтсу. Подпись «Шеф». Еще имейте в виду, что имею, то и в виду. Так, Employment Lounge. Так, наверное, сюда, да? Тихо, аккуратненько, аккуратненько. Ай-я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 й
задумано. Мы живы. Ух. Так, девочка, поднимай свои булочки. Давай. Вот так вот, very good. Зараза. Вот так, фаер какой-то взяли. Что за фаер? То, что надо. О, драться можно им? Q, чтобы открыть меню предметов. Да я открыл уже, я тут все знаю. Что тут? Да подожди. Ну. Короче, ладно, фиг с вами. Нажать R, использовать. О. Так. Чё-то не густо у вас тут, ребят. Никого пока не вижу. Короче, да, это чистый хоррор. Тут, похоже... Ой-ой-ой, какой звук. Похоже, тут перестрелок немного будет. Но это ничего страшного. Тут что-то еще. Чё? Шприц. Все ясно. Давай присядем и проползем вот тут. Так, багажа. Шпок. Положить. Вот так. Давай залезем, посмотрим, что там наверху у нас. Пока что да, так достаточно интересно все начинается. Взять вещество, взяли вещество, на зубную пасту похоже. Так, что у нас еще выключить? Так, взять сенсор, взял я сенсор, дальше что? Там ничего больше нету? Вроде нет. Эй, есть тут кто? Да, есть кто. Отзовитесь. Не, никого. Хреново. Что-то там, вот тут что такое? Необходим код. Ага. Значит, короче, какие-то двери тут по кодам открываются. А это, короче, станция, да, наша? Севастополь, как я понял, в этом. Макет. Ну, что-то красиво, интересно придумали, да? Молодцы. Да, very good, деточка. Так, тихо. Forgotten. Забытые. F-U. Ага, понятно. Так. This life for rent. Это жизнь в аренду. Так, все ясно. Так, сохранимся. Давай сохраним. Я думаю, все будет нормально. Хорошо, что здесь сохраниться достаточно часто можно.
карты, а то мало ли что тут может случиться. Так, использовать. Е. А, понятно. Давай, давай. Так. Так. Что, работать будет вообще, нет? Все, да? О! Надо же. Блин, жара, конечно. Какой ему такой звук? Вы что, не пугайте, ребят? Войти в терминал. Севастолинк. Так, личная, наша заначка в другом месте. Лэнгли, заначку нашу не ищи, я ее перепрятала. Ты ее поставил прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне все это досталось? Я спрятал ее в одно из шкафчиков. Ты быстро найдешь. Код 0340. 0340. А, это, наверное, короче, там, ребят, где этот? Дверь. 0340, запомнили, да? Не волнуйся, туда никто не уходит после того, что случилось... в терминале. Понятно, короче, опасное место. Еще у нас кончились лекарства и воды совсем мало. Теперь твоя очередь идти за припасами. Может, это научит тебя бережнее обращаться с добычей? Да. Анна. Сиксон говорит до свидания. Объявление. Вывод станции Севастополь из эксплуатации. Понятно. Так, аудио. Вырубитель электро... Ага. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Обесточить. Вот почему здесь нет света. Они все обесточили специально. А мне теперь надо все это врубать, да? Утилиты. Силовой щит D13. Отправление. Выбрать. Восстановить подачу энергии в зале отправления. Че это? О! Слышь, вы кто такие? Пошли вон отсюда. Что-то мне страшно даже как-то. Сейчас, наверное, за ним кто-то пойдет, надо сесть. Не, никого. Вроде пронесло. Да, блин, теперь выбраться не могу. Так. О! Не, давай вначале возьмем этот. А, блин, не туда. Тут же забаррикадировано. Так. Давай-ка мы возьмем то, что я хотел взять. Тавтология, уровень бог. Так, давай вот это. Вот так, тут я взял, там я тоже вроде взял. Или там не взял, вон там еще ящик есть, да? Там есть ящик, я везде. Надо все тут очищать обязательно, потому что... Кто знает, вдруг нам это все понадобится. А может и не понадобится, я не знаю. Так, ввести код. 0340, да? О, есть, работает. Так, здесь нажимаем все это дело. Так, это берем. И похоже все, да? Нет, что это? Взять хлам. Взял я хлам. Аптечка. Какой-то листочек. О, получен чертеж. Смотреть меню. Вы нашли чертеж. Используйте Q, чтобы собрать устройство из найденных компонентов в меню создания предмета, да? О, аптечка. Аптечка. Так. Это я понял, как эти сами. Компоненты, да, для крафта. Вот. Опа. Опа. Мощь. Мы это сделали. Так, что дальше-то у нас? Здесь все заперто, да? И мы идем. Что мы идем-то, я забыл. Что-то дальше было, по-моему, да, ребят? Сейчас глянем. Сейчас все глянем, все узнаем, что к чему, как это вообще. Так, сейчас пройдем. Взять. Хорошо. Что тут случилось? Что здесь случилось, правда? Вы что? Так, ну вроде пока спокойно. Можно пробежаться. Я думаю, ничего не будет, да? Ничего здесь нет. А, здесь я не могу, да? Здесь закрыто. Не получается, блин. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем, разберемся, что к чему. А здесь у нас что? Так, здесь какая-то дверка есть. Но entry, не входите. Ну ладно, не будем ходить. Какие проблемы-то? Не входить, не входить. Apollo. А, Apollo. Забытые. Пошли, типа, туда. Помогите. Столько надписей всяких. Севастополь. Что-то непонятно.
коряво написано. Так, что у нас здесь дальше? О, тихо, вы что, ребят? О! Это что такое? Торренс. А, это наш корабль. Я здесь. Да, Супермен. Я здесь. Заберите меня отсюда, ребятки. Цель обновлена. Выйти на связь с Торренсом. Как выйти? Вот эта штука может быть. Твою ж мать. Да блин. Это бинокль какой-то, и то сломанный. Так. Тут, похоже, да, тоже не пройти. Где-то, вон, наверное, здесь, блин. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, не пугайте так, ребят, что происходит вообще? Что, я заплутал, что ли? Что тут? Восстановить подачу энергии. Давай-ка восстановим подачу энергии. Здесь тоже ничего, да? Где-то здесь, наверное. О! Вот она, подача энергии. Very good. Так. Какие-то игральные автоматы. Короче, это не будет работать. Подача энергии. Во! Открылась. Так. Так. Волнение космонавтов. Ага. О том, что происходит на Севастополе. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов. И разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника. И служба безопасности силой выставила людей из терминала. Так, короче, да, что-то тут вообще не в порядке. Кого-то выставляют из терминала, кто-то стреляет. Все жалуются, все плохо. Ну как плохо? Относительно, конечно. Что тут написано? Ну-ка, давай посмотрим. Так, личное. Кислород перекрыт. Зои, извини, но со следующей недели ты у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами. И теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо не только у нас. Судя по всему, Дела идут плохо не только у нас. Судя по всему, станция приносит одни убытки, и от нее решили избавиться. Продадут на металлолом, наверное. Я разговаривал с одним инженером. Он сказал, скоро объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу. На Севастополе можно ставить крест. Попытай счастье в другом месте. Харпер. Интересно. Общее. Всем сотрудникам космопорта. Всем работникам космопорта в целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы со станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появится новость о возобновлении полетов, мы сообщим. Распоряжение начальника службы безопасности Уэйтса. Так, а тут что? Что такое Аполло? Что такое Аполло? Я тоже хочу узнать. Везде Аполло написано на стенках. Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sixon и обслуживает все каналы связи на станции. Где бы вы ни находились, вы в надежных руках. Sixon. Вместе к светлому будущему. Интересно. Да, ребятки, все неплохо. Начало положено. Здесь еще, наверное, вот, наверное, то ли туда надо идти, с другой стороны открылось, то ли вот сюда, да? Да, наверное, сюда. Что я вам хочу сказать? Начало пока что было без чужого и вообще без таких кошмаров, но мне нравится. Поэтому, если вы хотите и дальше бояться вместе со мной, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, увидимся с вами.